этой истории спрятана сама жизнь. Всем пацанам посвящается. Огонь войны в душе совсем не лечит раны. Зачем все это боль, скажите, ветераны? Зачем вся эта кровь, ее не затереть? Зачем нужна эта бессмысленная смерть? Огонь войны в душе совсем не лечит раны. Зачем вся эта боль, скажите, ветераны? Зачем вся эта кровь, ее не затереть? Кому нужна эта бессмысленная смерть? Долго будем помнить те года, в памяти застынет навсегда. Война ночью и днем под непрерывным огнем. И этой песней дань свою мы отдаем парням, что гибли за мир, но не на нашей земле. За первый раз оружие в руки в этой проклятой Чечне. Не дали старшим братьям отдохнуть после Афгана. А теперь подарок младшим, в душах новая рана. Пули свист, воник, парень голову склонил. А ведь несколько секунд назад он с кем-то говорил. Слезы обронивший с глаз сосед и лучший друг. Жестоким оказался этот замкнутый круг. Цвет крови запомнил навсегда. Это сделала война, и в этом вся беда. И тот, кто в бою похоронил своих друзей, вряд ли позабудет вкус войны минувших дней. Огонь войны в душе совсем не лечит раны. Зачем вся эта боль, скажите, ветераны? Зачем вся эта кровь, ее не затереть? Зачем нужна эта бессмысленная смерть? Огонь войны в душе совсем не лечит раны. Зачем вся эта боль, скажите, ветераны? Зачем вся эта кровь, ее не затереть? Кому нужна эта бессмысленная смерть? Враги сидят везде, даже где их нет. Оставлен след, их след. Огненно-красный свет, и свет, что падал на большие лужи крови, внушал лишь только страх и недостаток силы, боли. Но был приказ идти вперед и стрелять, и головы под пули молодые подставлять. И знать, что говорила мать на службу, провожая сына: береги себя и помни, мы есть у тебя. Буду за тебя молиться Богу, буду за тебя в душе испытывать тревогу, буду ждать тебя, когда вернешься в дом, в наш дом, в наш дом. Ну а пока идет война кругом. Огонь войны в душе совсем не лечит раны. Зачем вся эта боль, скажите, ветераны? Зачем вся эта кровь, ее не затереть? Зачем нужна эта бессмысленная смерть? Огонь войны в душе совсем не лечит раны. Зачем вся эта боль, скажите, ветераны? Зачем вся эта кровь, ее не затереть? Кому нужна эта бессмысленная смерть?